Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты. Сегодня у нас бестопливный генератор тока. На базе, ребята, духовки. То есть из духовки сделал генератор тока. Применил. Видите, применил 6 лампочек. И панель. Лампочки светят на панель. Панель лежит в духовке. Как сказать, жарится. И получается ток. Как видите, запитано от него еще 6 лампочек. Вот они. 6 лампочек, которые, ребята, запитаны вот от панели. Вот провод от панели. То есть генерирует ток и еще, значит, освещает 6 лампочек. Кроме того, эта система может заряжать, ребята, аккумулятор вот этот. Сейчас мы поставим на аккумулятор. Здесь отключим. Включаем. Заряжает еще, значит, освещает лампочки. И вот. Заряжаем аккумулятор. Видите, подзарядка идет. То есть заряжаем аккумулятор, освещаем лампочками. Еще 10-6 лампочек бесплатных и 10. Расход тока, ребята, 0. И видно по счетчику, что расход нулевой. Здесь лампочек светодиодных, панель 20 ваттная, зарядка аккумулятора, так, и можно подключить тоже еще 6 лампочек, вот этих. Итого будет 12 лампочек или зарядка аккумуляторов, то есть тихий, бесплатный генератор тока. Значит, лампы подключены 3 на 3. По 3, ребята, метод умножения последовательно. И эти две скрутки по 3 подключены параллельно. Поэтому ток не потребляет. Светит на панель. Вот, которая в духовке панель. И вырабатывает, ребята, электричество для зарядки аккумуляторов или для освещения еще светодиодных ламп. А сейчас я покажу схему. Схема, ребята. Итак, схема. Духовка, ящик от духовки. Значит, 6 лампочек. Раз. Два. Три. Соединенных последние. Еще 3. Раз, два, три. Тоже соединенных последние. А здесь, ребята, они соединены вместе. Так. И вот так. И выводим с этих скруток, выводим сюда. Здесь у нас СИМ. Для регулирования, для того, чтобы частота была такая, чтобы не было потребления. СИМ. 230 вольт. 4 киловатта. 4 киловатта. Так. Далее. Здесь у нас стоит панель. Панель. Вот она. Панель. Солнечная.
20 ватт. Выход, вот, ребята, выход из панели идет на зарядку автомобильного аккумулятора. АКБ автомобильный. Плюс и минус. Видите? То есть здесь разделение через воздух идет. То есть разделение токов есть. Лампочки светят на панель, а панель разделяется через воздух. То есть она работает не от цепи, а от света. И выдает ток. Значит, можно заряжать аккумулятор, а также, ребята, можно осветить лампочки. 6 лампочек по 5 ватт, по 5 ватт на 12 вольт. Потребление, ребят, системы 0, то есть КПД, потребление 0 ватт. А выход, значит, заряжаем аккумулятор на 500 или лампочки. То есть выход, если аккумулятор 500 ватт, ребята, выход 500 ватт. Генератор на 500 ватт. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального здоровья.